Давайте. Уважаемый Владимир Владимирович, рад приветствовать вас в Армении. Иметь эту возможность с вами обсуждать вопросы нашей общей повестки. Я думаю, что сегодня действительно знаменательные события произошли в рамках Евразийского экономического союза. Мы подписали договор с Сингапуром и входит в силу договор о временной свободной торговле с Ираном. И я, честно говоря, очень рад, что все это происходит в Ереване. И это такой напоминающийся факт для председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, я удовлетворен, что наше председательство в Евразийском экономическом союзе получилось таковой. Конечно, еще есть время, я надеюсь, что нам еще удастся зарегистрировать еще кое-какие результаты в Евразийском экономическом союзе. И, конечно, очень важны для нас наши двусторонние отношения. Россия для нас стратегический партнер, и мы надеемся, что сделать это стратегическое партнерство все сильнее и сильнее. И спасибо вам за вашу готовность, за ваше обращение, то, которое у вас есть, восприятие в наших отношениях. И я уверен, что наши отношения действительно будут все сильнее и сильнее, и мы, по крайней мере, настроены таким образом. Уважаемый Игорь Владимирович, я со своей стороны хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей взаимоотношений наших народов. Ну, а вас, как председателя Евразийского экономического союза, хочу поздравить с результатами саммита в Ереване. Они действительно хорошие и с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран. Вы сейчас об этом только сказали. Ну и что не менее важно, а может быть даже и важнее для нас, нет ни одного сбоя, наоборот, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами, участниками этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы, поэтому я вас не только поздравляю, но и хочу за это поблагодарить. Спасибо.